Жители поселка Привокзальный, который находится в 5 километрах от центра города Верхотурья, это Свердловской области, утепляют трубы теплотрассы своими личными вещами. Трубы укутаны детскими шубами, старыми пальто, одеялами и другими различными вещами. Такая инициатива была вызвана инстинктом самосохранения, ведь трубы находятся в голом, неутепленном состоянии, поэтому вода в них часто замерзает, и это порой приводит к аварии. А быть жертвой аварии никто не хочет. Но, к сожалению, пострадавшие от аварии уже появились. 15 декабря напротив 4-квартирного дома на улице Свободы, 18, лопнули трубы теплотрассы, что привело к серьезным последствиям. После прорыва трубы вода с большим напором вышла наружу и потекла прямо под дом. Подвалы квартир дома были мгновенно затоплены. Получается, в данный момент дом стоит на воде, а весной, когда все растает, дом может просесть или фундамент дома повредиться, после чего стены дома дадут трещину, а коммуникации по домам могут заржаветь, и их потом придется менять. В общем, похоже, возникнет серьезный ущерб. Кстати, в одной из квартир дома проживает 94-летний ветеран войны и труда. На сегодняшний день, на 26 декабря, проблема полностью не устранена. Пускай хоть и не таким большим напором, но вода по-прежнему бежит из трубы. А теперь я хотел бы обратить внимание общественности на то, что в нынешнем 2016 году на некоторых участках теплотрассы было произведено замена труб. Замену труб начали производить примерно в начале октября, а закончили в середине. Утеплены трубы должным образом не были. Вот, к примеру, вблизи многоквартирного 5-этажного дома на улице Пионерской, 13, было произведено замена труб теплотрассы. Трубы в данный момент находятся в плохо утепленном состоянии, и как результат, в морозы они перемерзают, и жители 5-этажки остаются без воды. Визуально, конечно, видно, что трубы частично в что-то укутаны, но это сложно назвать нормальным утеплением. Вот бы узнать, что написано в отчетных документах. Вдруг там указано, что теплотрасса утеплена должным образом, по всем нормам и стандартам, а в реальности все совсем по-другому. Трубы теплотрассы явно слабо утеплены, а на некоторых участках и вовсе находятся в голом состоянии. Очень странно получается. Вроде были выделены деньги на замену труб теплотрассы, но в конечном итоге, на мой взгляд, работа по замене труб была выполнена ненормальным образом, потому что трубы плохо утеплены, они не готовы к зиме. То ли денег было выделено настолько мало, что невозможно было нормально утеплить трубы, или деньги куда-то пропали? Также нельзя не заметить, что ремонтные работы начались в начале октября, а не летом, когда была хорошая погода. Ну, видимо, это традиция такая. Выпал первый снег, пора менять трубы.